Nokia N70. Замена разъема заряда. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia N70». Разъем заряда чаще всего выходит из строя по причине механических повреждений. Классический случай поломки разъема заряда – это падение телефона, стоявшего на зарядке. Пинцетом извлекаем разъем заряда из корпуса телефона. Новый разъем заряда пинцетом вставляем в предназначенную для него нишу. Все, разъем заряда заменен.